И только самые крутые и самые быстрые подписчики успеют поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Да-да, друзья, сегодня у нас будет прям очень и очень прикольный ролик, потому что мне только что выпала вот эта демоническая рыба. Приветствую всех, с вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Мопио. Ну что же, давайте тогда сегодня мы наконец-таки пощупаем эту, естественно, рыбешку и посмотрим вообще, на что она способна. Только единственное, друзья, знаете, что надо сделать? Надо, естественно, сделать так, чтобы нам не попадались вот эти дурацкие водоросли, потому что они, как вы понимаете, добавляют нам опыта, а нам апат вообще категорически запрещено. Так, ну что ж, давайте тогда сейчас мы вот так подойдем к нашей вот этой касаточке. Так. А вот тут, кстати, уже такая проблемка возникла. Все замечательно. Кстати, стоп, вы это заметили? Либо же я ничего это не знаю, либо наша вот эта демон фиш, она атакует даже несмотря на то, что у нее, допустим, не активирована ее способность. Да, друзья, вы просто посмотрите на это. То есть она настолько мощная, даже просто соприкосновение с ней уже вызывает у вот этих рыбешечек снижение их хп. То есть это, ребятки, реально очень-очень даже круто. Блин, вот единственное, конечно, водорослей очень много. Так. Давайте будем убегать как-то аккуратненько. Да что ж такое-то, две касатки, вот вы серьезно? Почему вам не стыдно нападать на одну демоническую рыбку? Причем они, наверное, думают, что я какой-нибудь профессионал, а я-то играю за него вообще впервые, за вот эту демон Пуферфиш. Так, ну ладно, пока что уходим аккуратней. Вот это, друзья, погоня, вы просто посмотрите. Мне, короче, надо срочно найти укрытие, либо же какой-нибудь камешек. Потому что у меня, друзья, как вы видите, что-то пока что по хпшечкам все слабоватенько. Хотя, в принципе, уже начинает потихоньку восстанавливаться. Ну ладно, я сейчас вроде бы видел камешек. Так. Что ты, касачек, хочешь сделать, а? Ага, смотрите, они хотят, естественно, напасть. На, получайте сразу же две штуки. И еще тебя сейчас возьму, так укушу. Так, очень-очень хорошо. Давайте на камешек. Хорошо. Чуть-чуть подвосстановил хпшечки. И. Друзья, это, пожалуйста, только не слив. Есть, все. Я пока что потихонечку от них удираю. И давайте быстрее прячемся сюда. Да что ж ты будешь делать? Вы это видели? Капец, какой же это трэш, друзья. У меня впервые такая серия, чтобы на меня прям охоту, друзья, сделали. Но в итоге более-менее мы сейчас выжили. Поэтому я сейчас спокойненько отсиживаюсь в этой вороночке, восстанавливаю, естественно, наши хпшечки и продолжаю дальше выпендриваться и пытаться сливать наших касаточек и, может быть, каких-нибудь рыбешек, которые будут немножечко даже пожестче. Все, я подвосстановил свои хп, и теперь я готов, естественно, рвать, терзать тут просто всех, каждого. Смотрите, тут у нас, кстати, как раз-таки имеется вот такой замес. Акулка тут у нас имеется также, естественно. Еще тут у нас вот такой кракен и кто-то там еще был, да? Хотя, ребятки, что-то я не заметил. Но, блин, акулу, короче, уже можно сливать, и это, в принципе, очень-очень даже хорошая такая защита будет. И, блин, стоп, вот я тупанул, друзья, ё-моё. Блин, надо было реально все-таки немножечко побольше поиграть, но в итоге мы теперь апнулись, и уже можно брать вот такую эволюцию. Это, конечно, обидненько. Ну, а мы, ребятки, не расстраиваемся, мы плавненько переходим ко второй теме нашего видеоролика. Сегодня я еще хочу попробовать новый прикольный челлендж. Заключается он в том, что мне надо попасть отсюда вот туда. То есть слева океана направо. Как вы знаете, можно тупо проплыть по речке и как бы все, оказаться там. Но сегодня у нас прям эпичный челлендж, давайте я сразу же буду к нему приступать. И как вы видите, заключается он в том, что мне надо попасть на тот океан через сушу. С помощью вот этих поилочек. Поилочки это будут, естественно, наши контрольные пункты, с помощью которых мы будем, естественно, друзья, тут тусоваться, сидеть и, естественно, ждать такого момента, пока у нас, естественно, восстановятся все наши хпшечки. И смотрите, тут со мной вроде динамонстр тимится, да, или что-то в этом духе. Привет, Динамонстр, что-то он мне хай сначала написал. Надеюсь, он меня кусать не будет, потому что я не хочу, естественно, проиграть. О, он, смотрите, пишет челлендж, я сейчас ему напишу, естественно, yes. И, в принципе, надеюсь, он меня трогать не будет. Да, он мне реально помогает, очень хорошо. Вот это классно, Динамонстр, спасибо тебе большое. Сейчас тогда мы по-быстренькому прямо вот сюда идем. Очень-очень хорошо. И в итоге теперь мы, ребятоньки, уже дошли аж до второй нашей точечки. Замечательно. Осталось тогда нам, естественно, восстановить опять хпшечки и идти вот на этот водопад. Ой.
Отлично, ребятоньки, хпшечки у нас восстановлены. Мне, кстати, Динамонстр еще подогнал вот это алоэ. Очень хорошо. И в итоге давайте, наверное, мы, знаете, что сделаем? Сейчас я восстановлю водички, потому что тут, в принципе, совсем чуть-чуть осталось. И можно уже сразу же вот в это озеро нырять, да? Потому что тут, ну, в принципе, оно очень-очень близко. Поэтому давайте быстренько сейчас мы до него идем. И в итоге все, друзья. Отлично, мы теперь уже на озере. Это супер классно. Теперь мне надо попасть уже на другой водоем. Он находится у нас чуть-чуть правее, да, и ниже. Поэтому давайте тогда сейчас мы опять-таки, наверное, с этой дырочки начнем наш путь. Потому что дырка, естественно, чуть-чуть немножечко да ускоряет нас. Вот, все, отличненько. Идем до следующего водоема. Он у нас находится вот здесь. Динамонстр нам помогает, это реально очень круто. А знаете, в чем фишка? То, что этот Динамонстр — это не подписчик, это не соклановец, это просто обычный какой-то паренек, который играет на этом сервере. То есть, в принципе, есть, друзья, добрые люди в мопе, главное их как-то найти. Мы сейчас ждем опять-таки того момента, когда у меня восстановятся хпшечки и водичка, и идем до следующей контрольной точки. Это, думаю, тоже будет вот это огромное озеро. Ну что, друзья, понеслась. Сейчас мы уже идем до второго озера. То есть, в принципе, мы уже пол челленджа выполнили. Это очень хорошо. И в итоге все, ныряем. Хорошо, что на нас не напал вот этот дурацкий дракоша. Потому что что-то он прям к нам, знаете, быстренько шел. И я думал, что все-таки он нас захочет слить. Но в итоге все обошлось более-менее. И в итоге давайте мы сразу же без передышек идем вот сюда. Вот на этот прудик. Потому что, в принципе, он находится реально довольно-таки близко рядом с этим озером. Поэтому теперь мы уже, смотрите, друзья, больше половины прошли, и это реально очень хорошо. Но еще хорошо то, что у меня сейчас реально появился такой прям случайный тиммейт в виде вот такого Динамонстра. То есть он и прикрыть сможет, а также он, естественно, и дает мне водичку. То есть это прям два в одном, друзья, реально очень хорошо. Только смотрите, тут у нас еще имеется вот этот второй Динамонстр. Я надеюсь, он не будет меня трогать. Но смотрите, я на всякий случай, наверное, все-таки прячусь, потому что мне надо все-таки выполнить наш челлендж. Вон, даже вот этот Динамонстр другому пишет Динамонстру то, что у меня сейчас челлендж идет, мне не надо мешать. Ну, короче, друзья, понеслась. Я уже затимился с еще одним Динамонстром. Да и вообще тут мне, короче, весь сервер помогает пройти этот челлендж. И это реально очень-очень круто. Так, быстрее идем на этот водопойник. Очень хорошо. И в итоге добрались до еще одной контрольной точки. Очень-очень хорошо. Теперь нам осталось буквально совсем чуть-чуть. Просто посмотрите на это расстояние, нам буквально осталось совсем чуть-чуть, и теперь мы наконец-таки окажемся на том самом правом океане. Ну что же, давайте тогда сейчас мы пойдем вот сюда, через вот это болото. Почему через болото? А потому что смотрите, в чем фишка. На нем у нас имеется, естественно, водичка, то есть она тут реально восстанавливается, и это очень-очень круто. Но мне так нравится то, что нам просто тупо помогает весь сервер, вообще все незнакомые мне люди. Получается, смотрите, что у нас выходит. У нас остается последний водопойник. Вот, в принципе, видите то, что он у нас находится именно здесь. Очень-очень хорошо. Давайте мы тогда сейчас сразу же к нему пойдем. Осталось совсем чуть-чуть. Все помогают, все радуются. Я, на самом деле, сейчас тоже очень-очень даже рад этому. Стоп, мышечка, а что ты делаешь? Эй, не мешай мне. Во, все, отличненько, друзья. Совсем чуть-чуть. Последний рывок. И в итоге мы, наконец-таки, уже пройдем этот челлендж. Довольно-таки реально сложный челлендж. Я не знаю, что бы я сейчас сделал без помощи ребят, которые сейчас играют в мод. В принципе, может быть, когда-нибудь вы их даже и увидите, и знаете, что это реально прям хорошие ребята. Так, ну что же, а мы тогда идем, делаем последний рывок, и в итоге очучаемся вот в нашем вот этом правом океане. Ура, друзья, мы это сделали! Ну и в итоге, друзья, как-то так. Сегодня получился прям довольно-таки насыщенный ролик. Он мне принес реально кучу эмоций, и причем довольно-таки положительных. Поэтому, я думаю, друзья, на этом уже можно заканчивать наш видеоролик. Ну а если вам понравился этот сериал, и вы хотите увидеть поскорее новый видеоролик, напишите обязательно об этом в комментариях, а также наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!